Мария Демидова, 22 года, родилась в Саратове, работает менеджером в психологическом центре. Во время учебы в университете играла в КВН. Жизненное кредо, что не делается, все к лучшему. Проект конкуренции для меня – экспресс-курс «Как стать универсальным телебойцом всего за 5 недель». При выполнении второго задания убедилась, что у нас в Саратове живут необыкновенно отзывчивые мужчины, которые всегда придут на помощь беспомощной женщине. Им не важно, как она при этом выглядит. Проект продолжается, и я буду дальше работать над собой, генерировать интересные идеи, так как знаю, у меня все получится и есть шансы быть лучше. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Баю, баюшки, баю. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.